Дождливый день августа. Это сквер Рихарда Зорге. Пойдем сейчас туда. Гортензия с высоты. Остановка Кирсова. Пройдемся по скверу немного. Куст гортензии завалился от дождя. Вчера дождь, позавчера дождь, сегодня. Ну вот еще и цветы посрезали. Тепло. Наверное, 24 градуса есть. Нет ветра. Это уже хорошо. Бюст героя Советского Союза Рихарда Зорге. Это сам сквер. Самокаты. В свободном доступе. Направление к остановке столетия. Проспект столетия. Так, а тут сантехника закрыта сегодня. Магазин шоколада. Открыт. К магазину инструменты. Дальше тут и кафе есть, и банк. Тут аптека, монастырек, ателье, ремонт одежды и обуви. Дошли до сквера. Желающих прогуливаться нет. Хотя очень тепло. Тут будет ремонт. Перекладывают брусчатку.
рябина скоро поспеет. Вот еще брусчатку привезли. Наверное, тут все обновят. Конечно, все страшненько стало. Ну вот. Вверх с высоты.